Здравствуйте, на канале Итон ТВ программа «Тема дня». Сегодня ее веду я, Михаил Горин. А с нами на связи белорусский политолог Валерий Карбалевич. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Миграционный кризис, который происходил, да и происходит на границе Беларуси с Польшей, получил еще одно свое развитие, потому что лидеры стран ЕС все-таки, пусть и нехотя, начали говорить с Лукашенко, не упоминая, правда, что они говорят с президентом, но тем не менее, во всяком случае, госпожа Меркель разговаривала с ним дважды, пусть и не называя президентом. На ваш взгляд, Лукашенко добился то, чего, собственно говоря, хотел, этим наращивая этот кризис, что Европа стала с ним разговаривать, Европа ему признала его? Ну, не всего того, чего он хотел, но частично он добился. Действительно, он хотел, чтобы Европа с ним разговаривала, и это получилось. Ну и плюс он отомстил соседям, создал для них проблемы. Это тоже была одна из, как бы, задач всего этого мигрантского кризиса. Но первое, мигрантский кризис так и не разрешен, а Лукашенко потребовал или предложил, чтобы Меркель взяла на свою территорию 2000 мигрантов. Немецкая сторона ответила отказом. Ну и самого главного, чего Лукашенко не достиг, это отмены санкций. Или хотя бы их существенные приостановки. Ну вот, просто принятие пятого пакета санкций отодвинуто на какое-то время. Ну и вот вроде последняя информация, что этот пакет будет принят в конце то ли этой недели, то ли следующей. То есть, ну, буквально на днях. То есть радикального изменения позиции Европейского Союза он не добился. А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что в этой ситуации важнее для Лукашенко, если он, как опытный политик, прекрасно понимает, что всего он не добьется, а может получить только некую часть своих требований? Для него важнее то, что быть признанным все-таки президентом, быть легитимным, разговаривать пусть и по телефону с лидерами других европейских стран, или же для него важнее снятие санкций, получение кредитов, стать более чуть-чуть независимым от Москвы в этом отношении? Ну, я думаю, что у него нет особых иллюзий, что Европейский Союз отменит все санкции. Потому что они были введены в ответ на политические репрессии в Беларуси. Поскольку репрессии продолжаются, то и рассчитывать на то, что они будут отменены, вряд ли возможно. Возможно было, скажем так, не введение новых и жестких экономических санкций. Вот такая задача, мне кажется, ну, частично реальна, потому что новый пакет санкций, судя по предварительной информации, не включает в себе каких-то жестких экономических санкций. Там только они касаются в основном тех компаний, тех физических лиц, которые участвовали в завозе мигрантов на территорию Беларуси и их, как бы, транспортировки к границе. Вот только касается чисто проблем, связанных с мигрантским кризисом. Но для Лукашенко действительно психологически важно обратить на себе внимание, заставить хоть каким-то образом говорить с ним. То есть вот той ситуации, в которой сегодня оказался Лукашенко, он готов на программу «Минимум». Он готов на то, что его методы давления на Европу, ну, дали хотя бы частичный эффект. И он не скрывал своего удовлетворения от того, что с ним разговаривала Ангела Меркель, что Брюссель готов разговаривать с Минском хотя бы по чисто одному практическому вопросу, что делать с мигрантами.
А какие еще в данном случае аргументы есть у Лукашенко? Ну, мигрантский кризис, он же не может долго тянуться. Как-то он будет все-таки разрешен. И это, в общем-то, не такая большая проблема в рамках всего Евросоюза. Попытка, вернее, угроза Лукашенко перекрыть доступ нефти через его трубопровод, который пролегает через Белоруссию, тоже, в общем-то, Европа не сильно испугалась. Чем еще может пригрозить Лукашенко Европе? Ну, во-первых, мигрантский кризис может длиться долго. С учетом того, что вот большинство тех мигрантов, которые приехали, которые находятся либо на границе, либо на территории Беларуси, их около 5000, по оценкам белорусских официальных лиц, они могут создавать перманентную проблему для поляков, для литовцев. И это, ну, определенная головная боль. Вот. Ну и к тому же, если, скажем, удастся какой-то части их прорваться в Европу, то могут появиться и новые как бы мигранты. Источников напряженности на Ближнем Востоке много, из того же Афганистана, например. Вот. Это первое. Второе, Лукашенко пугал Европу, что вслед за мигрантами могут пойти туда, в Европу, наркотрафик, ядерные материалы. Он также пугал, что у этих мигрантов может появиться оружие, реальное оружие. Ну и тогда они начнут стрелять, а не просто кидать камни. Вот. Так что, ну, в принципе, какие-то аргументы для давления на Европу у него еще остались. Понятно. Еще одна тема, касающаяся Белоруссии, это в данном случае пришла из России. Президент Путин сказал: мы знаем, что ситуация в Беларуси хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть. И мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. И, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией. Конец цитаты. Ну, высказывание, в общем-то, знаковое. До сих пор, что там есть оппозиция, Россия даже вообще, по-моему, не признавала. А тут она сказала, что у господина Лукашенко все-таки есть оппозиция. И мало этого, он должен с ней разговаривать. Правда, Лукашенко тут же ответил тем, что пусть сначала Путин с Навальным поговорит, а потом мы со Светланой, имеется в виду Тихановской. Ну, это хорошо. Скажите, пожалуйста, вот это вот пикирование такое, если можно назвать это пикированием, оно серьезное? Оно свидетельствует о каком-то кризисе? Или же это перманентное такое происходящее между Минском и Москвой перетягивание каната? Ну, тут можно сказать, что это и то, и другое, но во всяком случае это есть симптом определенных напряжений в отношениях между двумя столицами. И я думаю, что тут два фактора вызвали вот это обострение. Первое – это приближающийся референдум о Конституции в Беларуси. Судя по всему, транзит власти в Беларуси идет не по тому сценарию, который обговаривали больше года назад Лукашенко с Путиным. Можно предположить, что Лукашенко обещал уходить совсем от власти. А теперь, по прошествии года, он передумал и собирается остаться у власти, но уже где-то в другом качестве и, возможно, что через более длительный период времени. Второе разногласие, я думаю, вполне возможно связано с тем самым мигрантским кризисом. Дело в том, что к Путину апеллировали несколько раз и руководство Германии, и руководство Франции с просьбой вмешаться и этот кризис разрешить. Ну, Путину нравится, когда к нему обращаются за помощью. Это как бы показывает, ну, его влияние, его влиятельность и беспомощность европейских стран. И я вполне допускаю, что Путин пообещал вмешаться и разрешить. И действительно, риторика российских официальных лиц поменялась. Сначала сам Путин сказал, что он готов вмешаться. А потом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия готова быть модератором
разрешения этого конфликта. И опять же можно предположить, что Путин попытался повлиять на Лукашенко, потому что в последнее время достаточно интенсивные телефонные переговоры были между Путиным и Лукашенко. А Лукашенко это вполне могло не понравиться, что за его спиною пытаются решить вот какой-то мигрантский кризис. Если так дальше подумать, то за его спиною Европа и Россия могут и вообще решить его судьбу. Ну и можно предположить, что Лукашенко запрямился и ответил отказом на настойчивое предложение Путина как-то урегулировать ситуацию. Ну вот отсюда и появилась эта реплика странная о том, что необходимо вести переговоры, диалог с оппозицией. То есть, ну, Путин нажал на самое болезненное место Лукашенко, который действительно не признает существование оппозиции в стране, считая, что нет оппозиции в стране, потому что весь народ его поддерживает, а те, кто выступает против, это террористы, отморозки, экстремисты, которые куплены Западом. Да, вот как раз отталкиваясь от ваших слов, последний вопрос. Было большое интервью Лукашенко BBC, которое все уже растащили на цитаты, достаточно сочные такие, Лукашенко. И среди них там было: вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали, или это не оппозиция, это предатели. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вот эти вот высказывания, они обращены внутрь страны или на Запад, или для кого? Кого они должны испугать? Я думаю, что они обращены и туда, и туда. Но Лукашенко почему-то уверен, что он очень хороший полемист, что он хорошо влияет на публику, и он даже может убедить своими аргументами западную аудиторию. Вот. Но тут случилась такая неприятная вещь, что журналист, который брал у него интервью, оказался еще не хуже его полемистом, и он своими репликами и вопросами настолько сильно сбивал Лукашенко, что я давно не видел его такого разозленного, такого нервного, и поэтому, когда он в состоянии эффекта, он наговорил такие вещи, которые, ну, наверное, не стоило бы говорить в расчете на западную аудиторию. Вот, потому что, ну да, вот такие реплики, что выражен мерзавцев, да, с точки зрения западного представления об отношении между властью и оппозицией выглядит немножко странно. Вот, то есть были одни планы, а вот корреспондент BBC как бы их немножко скорректировал, сорвал, и в итоге мы получили вот такого Лукашенко, который реальный, который без маски, который действительно высказал то, что у него на душе. И талант журналиста вытянуть его вот эти, так сказать, сокровенные мысли. И я думаю, поэтому интервью получилось. Да, оно вызвало много откликов. Валерий, большое вам спасибо за ваши комментарии, что нашли для нас время. До свидания. До свидания. На этом все. Напомню, что с нами на связи был белорусский политолог Валерий Карбалевич. Всего доброго.